Шеф-повар Максим Григорьев. Капустняк постный. Капустняк – это традиционное первое блюдо украинской кухни, главным ингредиентом которого является квашеная капуста. Она придает капустнику особый аромат и кисловатый вкус, что и отличает это блюдо от других супов. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Белые грибы сушеные 100 грамм рам. Вода 2000 миллилитров. Капуста квашеная 150 грамм. Картофель 4 штуки. Крупа пшенная 100 грамм рам. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Морковь 1 штука. Перец черный молотый 1 щепотка. Петрушка свежая 5 веточек. Соль морская 1 столовая ложка. Шаг 1. Чтобы приготовить капустняк, нужно взять воду, сушеные белые грибы, картофель, лук, морковь, квашеную капусту, подсолнечное масло, пшено, петрушку, соль, перец. Шаг 2. В первую очередь подготовить грибной бульон. Сухие белые грибы, 100 грамм, замочить в холодной воде. Выдержать 20 минут. Шаг 3. Подготовленные грибы залить холодной водой, 2000 мл, добавить целую очищенную луковицу, 1 штуку. Варить грибы в течение 30 минут на среднем огне. Шаг 4. Домашнюю квашеную капусту, 150 грамм, залить кипятком, 300 мл. Через 10 минут воду слить, капусту отжать. Шаг 5. Готовые грибы отбросить на дуршлаг. Грибной бульон обязательно процедить через 2 слоя марлевой салфетки. Грибы нарезать кусочками. Шаг 6. Картофель, 4 штуки, очистить, нарезать кубиком. Выложить его в кастрюлю. Шаг 7. Залить подготовленный картофель горячим грибным бульоном, 2000 мл. Поставить варить картофель на среднем огне до мягкости. Шаг 8. Пшенную крупу, 100 грамм, многоразово промыть, перетирая крупу в ладонях, пока вода не станет полностью прозрачной. Обдать крупу кипятком и сразу же слить воду. Шаг 9. Морковь, 1 штуку, и лук, 1 штуку, очистить. Нарезать овощи мелким кубиком. На сковороде разогреть подсолнечное масло, 3 столовые ложки. Выложить овощи на сковороду, пассеровать, помешивая, до румяности. Шаг 10. К овощам добавить подготовленные грибы. Перемешать. Продолжить жарить еще 5 минут. Шаг 11. Из кастрюли вынуть 3 ложки кусочков картофеля. Размять их на тарелке вилкой. Снова опустить мятый картофель в суп. Шаг 12. В кастрюлю к вареному картофелю добавить жареные овощи.